Значит, мы с вами в прошлый раз описали язык модальной логики, описали семантику Крипки и показали связь между свойствами шкал Крипки и некоторыми модальными формулами. Кроме этого, мы с вами показали, что есть такие свойства шкал, которые никакой модальной формулы не задаются. Верно? Хорошо. Ну что же, давайте сегодня описывать исчисления. Минимальная модальная логика называется логика К. Ее аксиомы. Все тавтологии логики высказываний. Давайте я для определенности напишу классические логики высказывания. Такую аксиоматику мы даем для простоты. Конечно, я могла бы вместо аксиома А нулевое выписать конечный список схем аксиом логики высказывания классической. Но для простоты, для сокращения выводов мы этого делать не будем. И одна единственная схема модальной аксиом, если бокс А влечет Б, то бокс А следует бокс Б. Ну вот, аксиомы на этом все. А были бы и формулы. И правила. Правил 2. Это правило модус понус. Если А и А влечет Б, то Б. И правило усиления. Если А, то бокс А. Понятие вывода стандартное, понятие вывода из гипотез тоже стандартное. Давайте для начала в этой логике что-нибудь выведем. Ну, например, в логике К выводится такая формула. Если бокс А и Б, то бокс А и бокс Б. Давайте выведем. Если А и Б, то А. Аксиома, тавтология. Правило усиления позволяет навешивать на нее бокс. И теперь давайте напишем аксиому номер один. Она еще называется аксиом нормальности. А К называют минимальной нормальной модальной логикой. В каком смысле она нормальная? В каком смысле она нормальная? В том смысле, что она замкнута относительно подстановки. Она замкнута относительно правила, если А... Если А равносильно Б, то фи от А равносильно фи от Б. Где фи от А – это результат подстановки А вместо какой-нибудь переменной формулы фи. Ну и, соответственно, фи от Б. Вот от логики, в общем, естественно предполагать замкнутость относительно такого правила. И вот логики, удовлетворяющие ему, это нормальные логики. И эти два правила, аксиомы и правила, как раз гарантируют такая гарантия минимальной нормальности модальной логики. Вот какая-то минимальная нормальная модальная логика. Логики меньше, чем К, тоже рассматривают, но это логики своеобразные. Нам с вами они не нужны. Значит, мы записываем аксиомы нормальности вот с такой посылкой. И применяем правило modus ponens для того, чтобы вывести, что из бокс А и Б следует бокс А. Теперь смотрите, если я справа заменю А на Б, ничего не изменится. Ну, точнее, корректность моих рассуждений не изменится. И мы можем получить под номером 8, что бокс А и Б влечет бокс А.
теперь нам нужна какая-нибудь подходящая тавтология, чтобы из четвертой и восьмой формулы получить то, что нам нужно. Ну и подходящая тавтология выглядит так. Если фи следует пси, то из фи следует тета, следует фи влечет пси и тета. И вот наша с вами будет фи, вот это будет пси, а вот это будет тета. То есть под пунктом А0 у нас были все тавтологии. В языке, да. В модальном языке, конечно. Ну вот. Вот такая формула. Фи влечет пси, это формула номер 4. Фи влечет тета, это формула номер 8. Два раза применяем модус понденс. Получаем фи влечет пси и тета, то есть бокс А и Б влечет бокс А и бокс Б. Модус понденс к 4, 8 и 9. Дважды. Вывели, да? Давайте обратную импликацию выведем. Если бокс А и бокс Б, то бокс А и Б. Ну, здесь нам с вами понадобится другая тавтология. Если А, то Б следует А и Б. Заметьте, пожалуйста, что это тавтология. Теперь мы на нее повесим модальность с помощью правила. И затем снова напишем аксиому нормальности, где вот эта формула номер 2 будет посылкой. Видите, она имеет вид импликации. Поэтому с такой посылкой мы можем аксиому нормальности написать. Что нам нормально здесь? Что нам дальше? Модус понденс дает, он дает вот такую вещь. Ко второй и третьей формуле надо применить модус понденс. Да? Вот посылка, вот аппликация с такой посылкой. Что теперь? А теперь давайте еще раз напишем аксиому нормальности вот с такой вот посылкой. Все в нормальности. Видите, да? А что теперь? Теперь есть в логике высказываний классической такое правило силлогизма. Если мы вывели фи влечет пси и вывели пси влечет тета, то можно вывести фи влечет тета. Это правило называется правилом силлогизма. Как оно, значит, если выведем на это и это, то можно вывести вот это. Как оно обосновывается? Надо написать длинную тавтологию. Если фи влечет пси, то пси влечет тета, следует фи влечет тета. Вот. Написать вот эту длинную тавтологию. И потом пользоваться выводимостью посылок, дважды модус понденс. Получить фи влечет тета. То есть если это и это выводимо, то это тоже.
И вот давайте мы сейчас не будем повторять это обоснование этого правила, а сразу воспользуемся правилом силлогизма. Если из бокса это фи, это пси, это тета. Мы с вами получаем бокс А следует, бокс Б влечет бокс А и Б. По правилу силлогизма из четвертой и пятой формулы. Ну, осталось заметить, что формула, которую мы вывели, и вот эта формула равносильна. Вот в логике высказываний такая вещь выводится. Нетрудно проверить, что это тавтология. Поэтому она выводится в логике высказываний. И у нас с вами есть посылка. Значит, можно. Мы воспользуемся вот этой вот стрелочкой. Такой импликацией. Обратная нам сейчас не нужна. У нас есть посылка, и мы можем получить заключение, где роль фи играет бокс А, роль пси играет бокс Б, и вот этот это бокс А и Б. Значит, мы получаем бокс А и бокс Б следует бокс А и Б по правилу модус понанс с шестой и седьмой формы. Мы тоже вывели еще один факт, который я вам уже предложу доказать самим. Если бокс А или бокс Б, то бокс А или Б. И попробуйте в качестве упражнения дома вывести эту формулу. Она тоже несложно. Логика выводится. Теперь, как доказывать невыводимость чего-нибудь в логике К? Ну, как правило, невыводимость мы с вами доказываем семантически. Мы так берем какую-нибудь семантику, относительно которой логика окажется корректной. То есть все выводимое будет в этой семантике истинно. И тогда, доказав неистинность какого-нибудь факта, можно доказать его невыводимость. Какую семантику взять здесь? Ну, мы с вами не случайно говорили о семантике Кремки. Давайте я не буду заново напоминать, что такое модель Кребке. Я надеюсь, что вы помните. Это непустое множество с бинарным отношением достижимости на нем. И с оценкой истинности переменных. Это множество пар, переменная, возможный мир. Понимаете, это так, это множество тех пар, мир переменная, что это переменная в этом мире является истиной. Вот эта модель. Миры плюс отношение достижимости без оценки истинности – это шкала. Мы с вами определяем истинность формул в данной точке модели. Истинность переменных задается оценкой. Логические связки ведут себя по таблицам истинности. Когда истинен бокс? Бокс фи истина, да, если фи истина во всех мирах достижимых издавна. Вот это главное, что нам надо помнить. Модели К в мире Х истина бокс фи. Тогда и только тогда для любого Y достижимого из Х в Y модели К в мире Y истина. Вот определение такое. И мы с вами проверяли в прошлый раз. Да, истинность в модели. К истина фи. По определению это означает, что для любой точки в К истина, в этой точке истина фи,
То есть истинность формулы в модели означает истинность во всех точках этой модели. И теперь, если мы обозначим шкалу буквой F, да, что такое истинность в шкале? В шкале F истинна φ, если для любой оценки V в этой шкале в модели K, которая состоит из этой шкалы и этой оценки, истинна φ. То есть формула истина в шкале, если при любой оценке на этой шкале она окажется истиной во всех точках полученной модели. Теорема о корректности звучит следующим образом. Если в логике К выводится формула φ, то тогда для любой шкалы F F будет истинным. Формулы, вводимые в K, истинны во всех шкалах. Почему это так? Ну, доказательство идет индукцией по выводу. Мы с вами... очевидно, что все подстановки модели... Все подстановки модальных формул в тавтологии истинны во всех моделях, следовательно, во всех шкалах. Очевидный факт. Просто потому что логические связки мы определяли. Да, просто потому что логические связки ведут нас стандартным образом. Давайте предположим, что мы взяли тавтологию и подставили в нее вместо переменных какие-то модальные формулы. Теперь мы берем шкалу, берем модель, берем мир в этой модели. Те формулы, которые мы подставили, становятся истинными либо ложными. И значит, значение нашей формулы большой вычисляется как? Это значение некоторой тавтологии на некоторых истинных либо ложных значениях. Ну, тавтология на той тавтологии, что она всегда истина. Значит, все тавтологии будут истинными во всех шкалах. И мы с вами проверяли в прошлый раз, что эта формула тоже во всех шкалах истина. Значит, аксиома во всех шкалах истина. Обращаем, теперь проверяем, что правила вывода сохраняют истинность в шкале. Ну, на самом деле, правило modus ponens сохраняет даже истинность поточечную в модели. Если в какой-то точке истина А, истина А влечет Б, то будет истинным Б просто в силу таблицы истинности. А теперь вот это правило, модельное правило. А вот это правило уже поточечно не работает. Понятно, что в точке может быть истинным А и ложным бокс А. Но если А истинно в модели, это значит, что А истинно во всех точках этой модели. В частности, для любого Х А будет истинно во всех точках, достижимых из этого Х. И значит, будет истинным бокс А также. То есть вот modus ponens сохраняет истинность поточечно, а правило усиления сохраняет истинность в модели целиком. Соответственно, истинность в шкале сохраняет любой из них. Ну, индукции по выводу мы с вами получаем теорему корректности. Отсюда мы можем сделать вывод, о невыводимости различных формул в К. Ну, например, в К не выводится обратная импликация к третьему. Если бокс А или Б, то бокс А или бокс Б. Очевидно, не выводится, потому что вот в такой модели, если здесь будет А, будет Б. То в нижней точке бокс А или Б. Но ложный и бокс А и бокс Б. Хорошо. Ну, нас будет интересовать не только логика К. Нас будет интересовать различные ее расширения. Давайте вспомним, какие модальные формулы мы в прошлый раз с вами рассматривали. Значит, была вот такая формула.
Значит, тут у меня будет формула фи, тут будет ее название, а здесь будет фи свойства шкалы. Свойства шкалы, отличающие формулу фи. Вот такая формула, она называется Т. Значит, не спрашивайте, пожалуйста, почему те или иные формулы так называются. Это пришло из стартовых статей по модальной логике, в частности, из статей Льюиса, который многие из этих формул рассматривал и придумывал. Он им давал какие-то своеобразные названия. В соответствии с названиями этих формул давал название логикам. И исторически эти имена за ними закрепили. Поэтому почему так? Ответ потому что. Значит, фи-свойство в этом случае рефлексивность. Мы с вами в прошлый раз это проверяли. Следующая формула называется 4. Вот такая формула. Свойство, отличающее ей, это транзитивность. Следующая формула. Мне надо не забыть, что нам с вами нужно. Нам не все формулы будут нужны. Секундочку. Следующая формула называется B. P следует бокс ромб P. Нужно ли напоминать, что такое ромбик? Двойственная модальность, да, модальность возможности. Ромбик P, ромбик фи истина в некоторой точке модели. Если фи истина в какой-нибудь достижимой ее точке, из нее точки. Соответствующее свойство шкалы, если симметричность. Нам с вами понадобится еще формула Лёба. Если бокс P влечет P, то бокс P. Ей отвечает такое сложное свойство. Транзитивность плюс обратная фундированность. Где под обратной фундированностью мы понимаем отсутствие бесконечных возрастающих цепей, возрастающих в смысле отношения. Ну вот, вроде бы это все формулы, которые нас с вами будут интересовать. Какие мы будем рассматривать логики? Вот наша логика К. Если добавить к ней аксиому номер 4, получится логика К4. Если добавить к ней аксиому Т, получится логика Т. Если добавить к ней обе эти аксиомы, то получится логика С4. Это К плюс Т и плюс 4. Если к С4 добавить аксиому Б, получится логика С5. Так вот, я не очень удачно написала. Можно я поменяю К4 и Т местами, иначе мне надо будет писать выше, и я не дотянусь. А тут у нас с вами будет К4, которая К плюс 4. Вот. Теперь к К4 можно добавить схему Лёба. Получится логика, которую называют ГЛ, Гёдель Лёба или L. И это К4 плюс схема Лёба.
На самом деле, если к К добавить схему Люба, получится то же самое, но мы об этом поговорим позднее. И дальше есть интересная логика, которая называется логика С. И она получается логика Соловея. Так, секундочку, я проверю, вписываюсь ли я. Да, вписываюсь. И даже еще запас. Давайте здесь мы напишем Георгий Люб. С4 часто называют логикой Гёделя. Но логика С названа в честь Соловея. И что это за логика? Смотрите, мы берем Г в качестве аксиом, а правило берем только одно, modus ponens. Вот это правило усиления не берем. Такая своеобразная логика. То есть я могла бы написать, что я к ГЛ добавляю аксиому рефлексивности, но это не так. Я ее по-другому добавляю. Значит, давайте. Либо по-другому логику С можно задать вот как. Надо взять К. Добавить к ней аксиому 4 и ее бокс. Добавить к ней аксиому Люба и ее бокс. Добавить к ней бокс от нормальности. Не так. Логика высказываний плюс вот эти все плюс А1 плюс все вот эти аксиомы и плюс правило modus ponens. А правила усиления нет вообще. Вот можно так сделать. Значит, нет правила. Давайте правила тоже как-нибудь обозначим. Правило modus ponens, классическое. Правило усиления часто обозначают NEC от слова necessitation. Значит, вот правило усиления в этой логике нет. Значит, очевидно, что логики так друг друга вложены. Как я на этой схеме нарисовала, кроме стрелочки означают S, вложение. Что? Кроме S, мне кажется. Непонятно, почему в S вложен жель. Да. Вот это не совсем очевидно. Это мы когда будем заниматься жель и S отдельно. Вот мы этот факт докажем. Но вот пока я вам предлагаю просто мне поверить, что наличие аксиом плюс боксированные аксиомы. Вот, еще важную вещь забыла. Отлично, что вы это заметили. Аксиомы логики высказывания тоже надо пробоксировать. Вот. Значит, мы берем список аксиом логики высказываний, или любую тавтологию, как здесь, да? И дальше мы берем аксиомы ЖЛ и боксированные аксиомы ЖЛ. Так, а тут еще нет видимо Т. Нету. А, точно. Да. Еще мы берем Т. Без бокса. И замыкаем относительно modus ponens. Вот так, конечно. Да, иначе у нас логика Люба получилась. Вот такая история. То есть на самом это везде так, что достаточно только взять бокс от аксиомы? Везде, где есть транзитивность. Везде, где есть аксиом транзитивности. Вот. То есть в ГЛ и в К4 мы можем так поступить, в С4, в С5 мы можем так поступить. Но мы не можем так поступить, например, в Т. И в других нетранзитивных логиках. Они бывают. Теперь, в каком смысле фи-свойства соответствуют формуле? Мы с вами в прошлый раз доказывали такую лемму. Я надеюсь, что все помнят, что такое логика К.
можно стирать? Мы с вами доказывали такую лемму. Для каждой формулы φ из нашей таблицы в шкале F истинный φ тогда и только тогда, когда φ свойство выполняется в F. Ну, то есть формула истина в рефлексивных шкалах и только в них, формула 4 в транзитивных шкалах и только в них и так далее. И отсюда мы получим как следствие теорема о корректности для всех логик, кроме логики S. Модели для логики S устроены довольно своеобразным образом. Это не совсем модель Крипки. Точнее, ну да, это не совсем модель Крипки. Поскольку модели Крипки замкнутая, истинность модели Крипки замкнута относительно правила modus ponens, относительно правила усиления, как мы с вами обсуждали, да, понятно, что логика S не будет полна относительно класса каких-то моделей Крипки. Там будут некоторые подправленные модели Крипки. Но для остальных логик имеет место корректность. В T выводится φ, тогда φ истина во всех рефлексивных F. В К4 выводится φ, тогда для любой транзитивной F V будет истинно φ. В С4 выводится φ, тогда для любой рефлексивной транзитивной F V будет истинно φ. В С5 выводится φ. Что тогда? Ну, рефлексивная, симметричная, транзитивная шкала. Да? Отношение эквивалентности. Для любой рефлексивной, транзитивной, симметричной F V будет истинно φ. И, наконец, G выводится φ. Тогда для любой транзитивной, обратно фундированной F будет истинный. Ну, как доказывать эта теорема? Индукции по выводу. И для вся подготовительная работа для нее у нас с вами сделана. Все в таких шкалах, какую бы логику L из левой части я не взяла. В соответствующих шкалах будут истинны все ее аксиомы. Мы с вами знаем, что и модус Поннеса, и правила усиления сохраняют истинные шкалы. Значит, это утверждение будет верно. В частности, отсюда следует, что эти логики не совпадают. Да? Ну, например, ни одна из этих формул не выводится в К, транзитивность не выводится в Т. Да, там. Рефлексивность не выводится в К4 и в GL, потому что ее легко опровергнуть на соответствующей шкале. Симметричность не выводится вообще ни в одной из этих логик. Вот. Поэтому эти логики все не совпадают. Ну вот, особняком пока стоит S. И все они не противоречивы. В них не выводится, например, P и не P, не выводится никакая тождественная ложь, потому что они корректны относительно какого-нибудь хорошего класса шкал. Наша с вами задача. Полнота. Причем для всех этих логик полнота имеет место относительно конечных моделей. То есть, если формула в какой-то из этих логик не выводится, то она ложна в какой-то
из конечных шкал с соответствующим свойством. А схема доказательства во всех 5 случаях одна и та же. Поэтому мы с вами подробно проведем доказательства только для одной из этих логик, я думаю, для S4. А вы подумаете, как видоизменить его. Особняком стоит S5. Но тоже не намного сложнее. Идейно ничего нового в ней нет. А вы уже дома подумаете, как, что с этим делать. Как видоизменить доказательства для S4 и для остальных логик. Еще одно замечание. Для некоторых из этих логик формулируется хорошая генсеновского типа система, в которой устраняется сечение. А именно для всех, кроме S5. Для T, для K, для T, для K4, для GM. Она формулируется. Да, и я не выписала для К. К выводится фи тогда и только тогда, когда для любой шкалы F и истина фи. То есть К это логика всех шкал. Мы с вами доказали корректность. Полнота здесь тоже имеет место и тоже относительно конечных шкал. В аспекте там проблема с чем возникает в генсеновском исчислении? С устранением сечения. Ну, в смысле... Аксиом противный очень. Непонятно, как это свойство хорошо поместить. То есть там есть системы, в которых устраняется сечение, но там выводятся не секвенции, а более сложные объекты. В общем, такая очень непростая система. S5 во всех отношениях немножко другая. Например, все вот эти логики, кроме S5, они P-space полные, а S5 это P полное. Понимаете, у S5 очень простые модели. По существу вам не нужно перебирать разные отношения. У вас отношения фактически заодно. Рефлексивное, транзитивное, симметричное отношение разбивает шкалу на классы эквивалентности. И понятно, что истинность в разных классах эквивалентности независима друг от друга. В точках разных классов. Ну, потому что точки из разных классов не связаны между собой отношением R. Поэтому фактически... S5 – это логика шкал, в которых отношение R тотально. То есть все точки связаны отношением R. И это довольно простые шкалы. Фактически вы можете отношение R не задавать, когда вы рассматриваете S5 шкал. Поэтому она вот оказывается в некотором смысле, так сказать, в кавычках проще. Да? Помотлю того, что мы не знаем. Ничего толком не знаем про это S5. Значит, мы с вами доказываем теорему о полноте для логики S4. Вот наша сегодняшняя ближайшая цель. А можно ли все это стирать? Хорошо. Так, давайте я тогда все сотру и напишу утверждение, которое мы доказываем. Мы доказываем, что если в S4 не выводится фи, то существует конечное, рефлексивное, транзитивное шкала F, в которой φ не будет истинной.
Иными словами, существует конечная транзитивная шкала F, и существует оценка V, и мир такая, что в модели FV в мире X ложно φ. И существует X. F – это пара W. Доказательство довольно сильно похоже на доказательство для интуиционистской логики. И на самом деле генсеновская формулировка вот для S4 получается из генсеновского исчисления для логики высказывания следующим образом. Ну, во-первых, надо из интуиционистской логики сделать классическую для начала, генсеновскую формулировку. Это очень легко. Они отличаются только правилом введения импликаций направо. Вот так выглядит введение импликации направо для интуиционистской логики. Вот так выглядит введение импликации направо для классической логики. Надо разрешить контекст справа. Все, больше ничего делать не надо. Получится классическая логика. Для нее тоже будет верна теорема об устранении сечений. Значит, вот если мы возьмем классическую логику, генсеновскую формулировку, к ней надо будет добавить два модальных правила. S4 генсеновская выглядит так. Это классическая логика генсеновская, да? Вот с таким правилом введения импликации направо. Плюс два правила модальных. Если А гамма стрелка дельта, то бокс А гамма стрелка дельта. Это правило для бокса, для введения бокса налево. А правило для введения бокса направо выглядит так. Если гамма и бокс гамма стрелка А, что такое бокс гамма? Гамма множество формул, бокс гамма. Получается, если мы ставим бокс перед каждой формулой из гаммы, то бокс гамма, стрелка, бокс А. Вот так вот выглядит правило для введения бокса направо. Видите, гамма без бокса исчезает, бокс гамма остается, и бокс появляется справа. Вот очень хорошее упражнение, которое я вам предлагаю сделать дома. Докажите. Упражнение. Что в S4 генсеновском выводится гамма стрелка дельта. Тогда и только тогда, когда в S4 выводится конъюнкция гамма, влечет дизъюнкцию дельта. Такая. То есть проверьте корректность этих правил в S4. Это очень полезное упражнение на выход в модальной логике. Мы фактически все для этого подготовили. Вот. И на самом деле можно доказывать вот такой факт, теорема. В S4 генсеновском без сечения выводится гамма-стрелка дельта. Тогда в S4 генсеновском, в котором допускается сечение, конечно, выводится гамма-стрелка дельта. Тогда в S4 выводится конъюнкция гамма-стрелка дизъюнкция дельта, то, что я вам предлагаю проверить дома. Тогда для любой конечной рефлексивной транзитивной F в F истинно конъюнкция гамма влечет дизъюнкцию D. Здесь вот так.
Первый факт здесь очевидный. От того, что мы добавили какое-нибудь правило, выводимое не перестанет быть выводимым. Вот второй факт – это наше с вами упражнение. Третий факт – это лемма корректности. Мы ее доказали. И вот этот факт, который нам с вами осталось доказать. Что если что-нибудь, секвенция не выводится без сечения, то ее можно сделать ложь. Фактически то, как мы будем доказывать, вот так и будет выглядеть. То есть мы можем сейчас вспомнить все правила вывода для генсеновской системы и доказать вот эту импликацию. Но мы с вами просто, чтобы не занимать доску длинным списком правил, мы будем делать практически то же самое, но не обращаясь к генсеновской системе. Опять же, слегка видоизменить доказательство так, чтобы оно стало доказательством этого факта, вы тоже можете дома, это тоже упражнение хорошее. Значит, мы с вами предполагаем, что формула не выводится, и строим конечную транзитивную рефлексивную шкалу и оценку на ней, в которой формула будет ложной. Нам понадобится, по сути, секвенции. Нам мирами в нашей шкале будут пары гамма-дельта, где гамма и дельта – конечное множество формул. Значит, пусть у нас с вами гамма, дельта и так далее – это конечное множество формул. Пара гамма-дельта непротиворечива, если в S4 не выводится конъюнкция гамма в учет дисъюнкцию бета. Пара гамма-дельта называется насыщенной. Так, давайте еще одну вещь сделаем. Давайте экономии ради считать, что у нас в языке есть только отрицание и импликация и бонус. А конъюнкции, дисъюнкции нет. Они выразимы через отрицание импликацию, понятно, что ничего. Выразительные силы они не добавляют, доказательства пройдет так же. Значит, пара гамма-дельта называется насыщенной, если... Из того, что А влечет Б, принадлежит гамма, следует, что... Опять мы думаем про гамму как про множество истинных формул, про дельта как про множество ложных. Чтобы облечет B было истинным, либо B должно быть истинным, либо A должно быть ложным. А влечет B принадлежит дельте. Чтобы импликация была ложной, надо, чтобы A было истинным, то есть из гамма, и B было ложным, то есть из дельта. Очевидно для отрицания, если не А в гамме, то А в дельте, если не А в дельте, то А в гамме. Третье. Если бокс А в гамме, то А в гамме. При этом мы с вами будем рассматривать не просто конечные множества форм, а конечные множества под формул фи. Мы ограничимся под формулами формулы фи. Другие формулы нас интересовать не будут. Это для конечности шкалы. Это для конечности шкалы, конечно. Ну, иначе нам... Определение противоречивости надо будет давать немножко по-другому, если гамма и дельта будут бесконечными. Да? В общем, нам придется мудрить. Ну, поскольку нам нужна конечная шкала, то вот давайте сразу это требование наложим.
Первая лемма утверждает, что если гамма 0, дельта 0 не противоречиво, то существует насыщенная непротиворечивая гамма дельта, такая, что гамма 0 включено в гамму, дельта 0 под множество дельта. Так, как это доказывать? Очень просто. Фактически так же, как мы с вами. Помните, аналогичная лемма у нас была для интуиционистской логики. Определение было только немножко другим. Доказываем следующим образом. Рассмотрим гамма 0, дельта 0. В начальный момент все формулы гамма 0, дельта 0 считаем необработанными. Дальше мы по очереди случайным образом выбираем формулу из гамма 0 либо из дельта 0 и обрабатываем ее. Каким образом? Алгоритм насыщения. Вначале все формулы не обработаны. И мы шаг состоит в следующем. Выбираем необработанную формулу из гамма итого объединенного с дельта итом. И смотрим, что она такое. Ну, давайте эту формулу как-нибудь обозначим. Пусть она будет. Если А переменная, просто ничего не делаем. Ничего делать не надо. Я даже этот случай писать не буду. Значит, если А вида Б влечет С и принадлежит гамма итой, тогда или гамма И плюс первый – это гамма И, объединенный с С. Или дельта И плюс первый – это дельта И, объединенный с Б. То есть мы либо добавляем Б в дельту, либо добавляем С в гамму. Если Б влечет С принадлежит дельта И, то тогда гамма И плюс первый – это гамма И, объединенный с Б, дельта И плюс первый – это дельта И, объединенный с С. А в каком смысле там или? Недетерминированно. Мы опишем недетерминированный алгоритм, а потом скажем, что на одной из ветвей вычислений он дает нам то, что нужно. А второе. Ну, если А равное не Б принадлежит гамма итому, то дельта И плюс первый – это дельта итый с добавленным Б. Если не Б принадлежит дельта итому, то гамма И плюс первый – это гамма итый с добавленным А. А разве не нулевой ветвь? С добавленным Б. Нет, конечно. Конечно, нет. Какие ветви могут дать просто противоречивые секвенции? Понимаете, вот B влечет C может получиться истинным по двум причинам. Потому что C истинно, потому что B ложно. Не обязательно оба этих условия выполняются. Да? Не обязательно оба эти условия возможны. Но хотя бы одно обязательно будет возможно. Хотя бы одно мы обязательно сможем выполнить. Поэтому считайте, что мы строим такое дерево. Да? Мы начинаем с гамма 0, дельта 0.
И дальше, в зависимости от того, какие формулы мы рассматриваем, иногда у нас только один последователь, как, например, здесь, здесь и здесь. А иногда два последователя, как вот здесь. Еще одно правило понадобится. Если А – это бокс Б и принадлежит гамма И тому, то тогда гамма И плюс первый – это гамма И, к которому добавлено. И после того, как мы по этим правилам сделали то, что нужно, дальше мы помечаем формулу А как обработанную. То есть изначально все формулы считаются необработанными. То есть вот видите, те формулы, которые мы добавляем, например, они не обработаны. Вот. Значит, соответственно, если А была переменной, то мы просто ничего не делаем, но помечаем ее как обработанную. Давайте заметим, что алгоритм насыщения обязательно заканчивает свою работу. Почему? Потому что суммарная сложность необработанных формул на каждом шаге уменьшается. Ну вот здесь, например, я B влечет C пометила как необработанную. Как обработанную, у меня вместо этого получилось либо C, либо B необработанная, которые меньшую сложность имеют. Здесь то же самое, здесь то же самое. Значит, алгоритм насыщения обязательно заканчивает свою работу. И давайте заметим, да, в листьях стоят насыщенные секвенции. Очевидно. Потому что каждая формула на каком-то этапе была обработана. А значит, условие, которое накладывает определение насыщенной секвенции, на этом шаге выполнилось. Теперь осталось понять, что в одной из веточек секвенция, стоящая в листике, обязательно будет непротиворечивой. Ну, смотрите, пожалуйста, здесь вот в правилах номер 2 и 3 очевидно, что они из непротиворечивой пары дают непротиворечивую пару. Очевидно? Ну, здесь, смотрите, например, я добавила B в гамму. Если я теперь из конъюнкции гамма выведу дисъюнкцию дельта, то поскольку в гамме есть бокс B, да? И B следует из бокс B, то добавление B в гамму ничего на самом деле не добавило по существу. А то же самое здесь. То же самое здесь. Единственный нетривиальный случай вот этот. Но давайте заметим, что если бы обе наше правило с боксом, оно вот как раз сильно завязано на том, какая именно логика мы рассматриваем. Да, конечно. То есть все остальное как бы единое. Еще одна вещь будет завязана, вы чуть позже увидите. Когда... Я имею в виду из того, что пока есть. Из того, что пока есть, да. Вот эта вещь завязана на то, какая логика. Все остальное, конечно, одинаково для всех логик, потому что отрицание и импликации ведут себя одинаково. Бокс ведет себя по-разному. Вот эта штука отвечает за рефлексивность. Видите, да? То есть, если бы рефлексивности не было, для логики К в определении насыщения просто отсутствовал третий пункт. Так, теперь, значит, что мы должны заметить? Если... то в одном из листиков стоит непротиворечивая пара. Почему? Единственный случай, когда не очевидно, что получится непротиворечивая пара, это вот этот, если импликация была в гамме. Все остальные случаи очевидны. Согласны? Угу. Ну, давайте предположим, что обе эти пары будут противоречивыми. Давайте предположим, что в С4 выводится конъюнкция гамма итых и С. Влечет дисъюнкцию дельта итого и выводится конъюнкция гамма итых, влечет дисъюнкцию дельта итого или B. Да?
Давайте заметим, что в гамаитом есть Б влечет С. Давайте я ее выпишу. Мы именно этот случай рассматриваем. Тогда на самом деле давайте я этот B влечет C выпишу отдельно. Да? Вот, даже не буду выписывать. Раз он есть, я его могу добавить вот сюда. Потому что он присутствует в посылке в явном виде. Из конъюнкции гамаитах следует вот это, из конъюнкции гамаитах следует одна из формул гамаитов. Поэтому я могу написать так. А тогда вот из этой штуки я получаю, что либо есть дизъюнкция дельта этого, либо есть B и B влечет C. А значит, есть C. Но из конъюнкции гамма итого и С я сюда могу эту конъюнкцию гамма итого добавить, потому что вот отсюда. Давайте вот всюду эту добавим. Вот. Из конъюнкции гамма итого и С следует дизъюнкция дельта итого. Значит, отсюда я получаю дизъюнкцию дельта итого. Но то, что я написала, это, конечно, не совсем вывод в логике высказываний, но очень на него похоже. Это легко преобразуется в вывод в логике высказываний. Это мы доказали, что если у нас противоречиво... Тем самым, если у нас противоречивы обе полученные пары в пункте номер один, вот в этом, то была противоречивая исходная пара. Значит, хотя бы на одной ветке все переходы будут к непротиворечивым. Все пары, которые будут получаться, будут непротиворечивыми. Соответственно, в листике будет стоять непротиворечивая насыщенная пара. Ну, удовлетворяющая, конечно, вот этому условию. Левое насыщение доказано. Согласны? Сейчас я пойму, что у нас с вами со временем. Ага, все неплохо. Теперь мы с вами можем определить модель. Мы рассмотрим множество W. Это множество максимальных непротиворечивых пар гамма-дельта. Непротиворечивых насыщенных пар. Непротиворечивые и насыщенные. Ну, и мы с вами уже сказали, что гамма-дельта это рассматриваются только состоящие из-под формул фи. Другие не рассматриваются. Теперь
гамма 1, дельта 1 находится в отношении R с гамма 2, дельта 2 в следующем случае. Для каждой формулы бокс φ из гамма 1 и φ, и бокс φ принадлежит гамма 2. И вот это второе место, которое будет зависеть от того, как мы, какую логику мы рассматриваем. Отношение достижимости в зависимости от логики будет разным. В зависимости от того, какие его свойства мы должны гарантировать. Вот эта штука, что φ должна быть в гамма 2, будет всегда. Потому что мы думаем про гамма 1 как про множество, про гаммы как про множество истинных формул. Значит, если бокс φ был истинно в нижнем мире, то φ должно быть истинным в верхнем мире, значит, φ должно попасть в гамма 2. То есть вот это условие будет всегда для всех логик. А дальше, в зависимости от того, какое свойство модели мы должны гарантировать, мы будем какие-то еще условия докручивать. Здесь я должна гарантировать транзитивность, вот это бокс φ нужно при транзитивности. Ну и оценка V, давайте сразу ее. Гамма дельта V. P, если P из гамма. Модель определена. И лемма 2 утверждает, что W конечно, не пусто и конечно. Отношение R рефлексивно и транзитивно. Собственно, все. То есть то, что шкала получилась такая, как надо. Ну, почему W конечно, понятно, потому что мы берем гамма-дельта только состоящими из-под формулы φ. Почему оно не пусто? Мы начали с того, что некоторые формулы не выводятся, а именно φ, да? S4 не выводится φ. И тогда вот такая пара не противоречим. Пополняем ее до насыщенной, насыщаем ее и получаем мир нашей модели. Насыщение вот этой пары, оно попадает в дублину. Оно существует по лемме 1 и попадает в дублину. Теперь, почему R рефлексивно? Ну, если бокс φ принадлежит гамма, то вот смотрите, вот наше определение. Бокс А, простите. Тут плохо говорить про φ, надо говорить про А. Простите, пожалуйста, φ это наша невыводимая форма. Если бокс А принадлежит гамма, то А принадлежит гамма по определению насыщенной секвенции. Ну и бокс А тоже, конечно, принадлежит гамма. Ну а значит, R рефлексивно. Все боксы, если бокс находится в гамме в нижнем мире, то А и бокс А находятся в гамме этого же мира. Так, теперь транзитивность. Пусть гамма 1, дельта 1, R, гамма 2, дельта 2 и R, гамма 3, дельта 3. И пусть бокс А попал в гамма 1. Тогда из-за вот этого R, А и бокс А попали в гамма 2. Тогда раз бокс А в гамма 2, А и бокс А попадут в гамма 3. Что мы получили? Если бокс А был в гамма 1, то А и бокс А в гамма 3. Ну, значит, R транзитивно. Потому что вот здесь вот тоже есть отношение.
Лемма доказана. Здесь все понятно? Отлично. Основная лемма. Пусть гамма дельта принадлежит W, а формула а под формула фи. Тогда если а принадлежит гамме, то в мире гамма дельта истинно а. Если а принадлежит дельте, то в мире гамма дельта ложно. Ну, индукция по А. Давайте сначала поймем, почему база индукции выполняется, когда А это переменная. Так, смотрите, пожалуйста, часы говорят, что я вас должна отпустить. Есть ли у вас 10 минут? Я думаю, мы за 10 минут эту лемму закончим, она простая. А то, что из нее следует теорема, я думаю, уже все видят. Угу. Давайте тогда закончим. Так, давайте смотреть, если А переменная, если она попала в гамму, то оценка делает ее истиной. Второе, если она попала в дельту, то она в гамму не попала. Почему? Потому что гамма-дельта не противоречивы, значит гамма-дельта не пересекаются. Значит, если П попала в гамму, то гамма-дельта ВП, и значит в мире гамма-дельта истинно П. Если П попала в дельту, то П не попало в гамму. Иначе из конъюнкции гамма будет следовать дизъюнкция дельта. А значит, неверно, ну, значит, да, неверно, что В, значит, можно. Значит, эта пара не попадает в В, значит, П можно. Шаг. Ну, он более-менее тривиальный для логических связок. Для логических связок у нас все сделано определением насыщенной секвенции. Если импликация попала в гамму, то либо B попала в гамму, либо А попала в дельту. Значит, либо B истина, либо А ложна. Значит, импликация истина. Если импликация попала в дельту, то А попала в гамму, B попала в дельту. По предположению индукции, либо А, одновременно А истина и B ложна, значит, импликация ложна. Для отрицания то же самое. Значит, единственный интересный случай – это бокс. Пусть А – это бокс Б. Сначала простая вещь. Если бокс Б попал в гамму, и гамма дельта R гамма 1 дельта 1, то по определению R B попало в гамма 1. Правильно? Вот определение. Если бокс живет в гамма 1, то сама формула живет в гамма 2. Так, а значит, по предположению индукции в гамма 1 дельта 1 истина B. Что мы получили? Мы взяли любой мер, достижимый из нашего, в нем бы истина. Ну, значит, вот отсюда следует, что гамма-дельта истина бы. Бокс бы. С этим понятно? Хорошо. Пусть бокс бы из дельта. Тогда мы рассмотрим вот такую секвенцию. Мы возьмем все бокс B1, бокс BK. Это все формулы вида бокс что-нибудь из гаммы.
И мы рассмотрим такую пару. B1, BK. Бокс B1, бокс BK. А здесь будет B. Я утверждаю, что эта пара не противоречива. Почему она не противоречива? Давайте предположим, что она противоречива. Иначе мы получим, что в S4 выводится конъюнкция Бэйтов, да? И конъюнкция бокс Бэйтов влечет Б. Навесим бокс на все это дело. Я продолжаю вывод. Теперь по аксиоме нормальности пронесем этот бокс через импликацию. Теперь мы с вами сегодня доказали такую лемму, что бокс проносится через конъюнкцию. Помните? В самом начале мы это вывели. В К, значит, тем более можно вывести в S4. Поэтому мы получим тут такую штуку. Конъюнкция бокс Бэйтов и конъюнкция двойной бокс Бэйтов. Все это следует боксу. Ну а теперь осталось вспомнить, что двойной бокс следует из одинарного бокса, потому что у нас есть аксиома транзитивности. И значит, отсюда мы получаем вот такую штуку. Конъюнкция бокс Бэйтов влечет бокс Б. Что теперь? Смотрите, это формула из гаммы, это формула из дельта. Мы можем раздуть эту конъюнкцию до конъюнкции всех формул из гамма, а сюда добавить что-нибудь в дизъюнкцию, получить дизъюнкцию всех формул из дельта. Просто добавить все остальные формулы. Вот при этом только ослабим вывод. Да? Из бокс B следует любая дизъюнкция, содержащая бокс B. То есть вот отсюда следует дизъюнкция дельты. А вот эта же конъюнкция следует из конъюнкции гамма. Просто потому что все эти формулы там содержатся. Да, конъюнкция. И мы получаем, что гамма, конъюнкция гамма влечет дизъюнкцию дельты выводима. А это не так, потому что гамма-дельта не противоречива. Раз она из W, значит, она не противоречива. Значит, мы получили, что это непротиворечивая пара, что теперь насыщаем. То есть гамма-1, дельта-1, ее насыщение. Ну тогда очевидно, что гамма-1, дельта-1 достижимо. Вот для этого мы такую вот, вот эти все формулы сюда положили в гамма-1. Да? Если какой-нибудь бокс содержится в гамме, то и B1, то и B, и бокс B пойдут в гамма-1. Мы их вот тут положили в гамма-1, явно видим. И B содержится в дельта-1. Опять же, потому что мы его туда положили в явном виде. Тогда получается, что B в этом мире ложно, по предположению индукции. И мир гамма-1, дельта-1 достижим из нашего исходного мира гамма-дельта. Значит, в некотором достижимом мире B ложно, значит, в нашем мире бокс B ложно. Здесь все понятно? Вот мы когда строили отношения, мы опирались на гамму только. Да. В других моделях логик, ну вот из тех, что вы оставили в качестве упражнений, там тоже так будет или не всегда. Не всегда, да. С ЖЭЛ надо будет подкрутить. В ЖЭЛ надо будет, чтобы какая-нибудь формула становилась истинной, для того, чтобы не было рефлексивности. Для того, чтобы получить обратную фундированность, чтобы не было бесконечно возрастающих цепей, надо будет такое, что каждый раз какая-нибудь ложная формула, боксовая, которая была вложена у нас в предыдущем мире, станет истиной в следующем. Вот.
И тогда, поскольку множество конечно, это будет гарантировать отсутствие возрастающих цепей. Поэтому там, да, там. Там будет немножко задействовано. Дельта. А для S5 вообще все. Все хуже. Вот. Теорема доказана. Теорема доказана.